И вот мы на море, Азовское море. 1 мая, Азовское море. За морем заскучал, Валер? Да. За морем, класс. Идем глянем на море. Мы обожаем вот это тут рядом под Бердянском. Есть такие прекрасные места. Идем на море. Смотрим, как оно без нас здесь проживает. Сегодня у нас 1 мая 2020 год. Приехали заглянуть, сказать морю привет. Если получится искупнуться и побежать. Ну вот какую-то он, Анжела, смотрит. Какую-то жива рыбинка? Дельфин. Настоящая? Дельфин. Дельфин выбросила. Надо же. Это он мертвый уже. Не знаю, дельфинчик, да, дельфин. Маленький мой, жалко, жалко. Жалко, никто не помог. Почему-то выскочил он нам. Надо же. Вот какое прелестное, чудесное море. Ну, народ есть, люди купаются, отдыхают, местные, наверное, те, которые не боятся. Вот кто забыл и хочет вспомнить, какое оно море, сейчас я вам покажу. Покажу. Это Азов, сами понимаете. Азов! Шум моря, шум прибоя. Ну, наше любимое, наша любимый Азов. Как говорила моя тетя, моя бабушка, самое лечебное море это Азовское. Друзья, ну на этом я заканчиваю свой репортаж. Сейчас бросаю вам, посмотрите на море, скажите ему привет. Кто не подписался на мой канал, подписывайтесь. Желаю вам всем хорошего настроения, трудового майского дня. Всем хорошего, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал.